Сегодня вице-министр торговли и интеграции Кайрат Турибаев посетил область Абай. В рамках визита он оценил экспортный потенциал региона и определил, какая государственная поддержка может быть предоставлена. Кайрат Турибаев ознакомился с деятельностью предприятий ТО «Казахстангрупп» и ТО «Газполиграф». Вице-министр высоко оценил работу этих заводов и отметил их значительный экспортный потенциал. Вице-министр посетил предприятие «Казахстангрупп». Генеральный директор Николай Ушаков ознакомил Кайрата Турибаева с особенностями работы маслоэкстракционного завода. Он также сообщил, что в будущем планируется строительство линии по производству маслообменников. В настоящее время предприятие использует все свои мощности. Кайрат Турибаев отметил, что прохождение заводом китайской сертификации в кратчайшие сроки поспособствует выходу отечественной продукции на мировой рынок. Маслозавод тоже уникальное производство. 8 миллионов тонн они поставляют сейчас на Китай. И мы видим, что государство поставило определенные ограничения на экспорт семечки. И в результате этого у нас в Казахстане возрождается производство масла. В целом, как вы знаете, в прошлом году экспорт казахстанской продукции, именно масложировой продукции, вырос на 55%. И мы надеемся, что такими темпами у нас будут продолжаться экспортные потенциалы. Следующим объектом в ходе визита вице-министра стало предприятие «Газполиграф». Сегодня это крупнейший производитель упаковочных материалов в Казахстане, Средней Азии и Сибири. Завод осуществляет полный цикл производства упаковки от проектирования до доставки продукции заказчику. Продукция предприятия, основанного в 1941 году, экспортируется не только в страны СНГ, но и в дальние и ближние зарубежья. Ежегодно перерабатывается 30 тысяч тонн картона, выпускается разнообразная продукция. На комбинате трудятся более 700 человек. За последние 10 лет предприятие прошло полную модернизацию. Для этого использовались технологии и оборудование, поставляемые из Германии, Италии, Швейцарии и Америки. С уверенностью можно сказать, что завод является одним из крупнейших экспортеров региона. Большое впечатляющее предприятие. У них оборудование стоит от 1977 года, заканчивая вот буквально вчера оборудование итальянское. В целом уточняем, какие есть возможности в этом предприятии, какие требуются возможности со стороны государства надо предоставлять меры поддержки, которые им требуются. В настоящее время акцент сделан на производство экспортных товаров. Кроме того, с большими темпами реализуются проекты по инвестированию предприятия. Об этом сообщил аким области Нурлан Уранхаев на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций. Вице-министр отметил, что область имеет большие экспортные перспективы и дал положительную оценку высокой производственной способности местных предприятий. Султан Жаламанов, Асель Айдар, Анатолий Тернов. Телеканал «Семей».